Здравствуйте, дорогие зрители. Вот снова купил несколько красивых почтовых марок. На этот раз посылка пришла из Москвы. А здесь у меня марки в основном старые французские и марки Аландских островов. Конверт вскрыл, все распаковал. Адреса, естественно, спрятал, как я это делаю всегда. Вот, потому что это не имеет никакого отношения к нашей покупке. Давайте посмотрим, что же нам прислал продавец. Так, это Франция. 39-й год. Металлография такая вот. Красивая. 23-я годовщина битвы за Верден. По Иверу и Телье это 445 номер. Марка одиночная. Вот еще одна одиночка, тоже 39-й год. Тот же художник. Тоже металлография. Город Лион. Вот, это один из мостов, которые ведут у нас к Леону. Кому интересно, он называется Гильотер или Гильотьер. Марки довольно распространенные. Ну, из-за того, что старые, конечно же, всегда рад встретить их вот в таком хорошем качестве. 39-й год. Номер 448 по Иверу Ителье. Это у нас, видите, написано Лангедок. Это такая историческая область Франции. Вот. Видите, женщина очень красивая, в национальной одежде. В руках у нее бокал вина. И это совсем не странно, ведь Лангедок – это старейший винодельческий регион Франции. Очень красивая марка. Вот, теперь год 41-й. Здесь уже все не так красиво. Марка из серии. Марка почтово-благотворительная, как видите. К основному номиналу добавлен гораздо более крупный 5 франков номинал. Вот, серия предназначена фонд помощи французским военнопленным. Что очень интересно, обратите внимание на лица военнопленных. Они совершенно идентичны. Вот такие вот братья-близнецы. Значит, следующая у нас серия из двух марок. Более новая. Это 58-й год. Серия посвящена открытию, значит, новых зданий ЮНЕСКО. Дальше 59-й год. Одиночка. Видите, 20 франков плюс 5 франков. И внизу это написано, что это сервис ночной авиапочтовый. Марку называют ночная авиапочта. Пятьдесят девятый год, номер 1220, донорство крови. Сорок первый год.
надпечатка на марке с замком Каркасон. Видите, красным цветом забили номинал 5 франков и стоит новый номинал 2,5 франка. Война, часто меняли номиналы. Сорок третий год, 585-я по Иверу Ителье, доплата к номиналу 1,5 франка, 8,5 франков. Вот эти деньги предназначались фонд помощи семьям пленных военнослужащих. Сорок седьмой, тоже марка из серии, 774-я, один из кафедральных соборов в Перегё. Несколько марок французского стандарта 45-го года я взял в квартах. Это всем вам известная Церера, богиня урожая. Если не соврать, то это уже 6-й выпуск Церер во Франции. У них много стандартиков выходило. Ну, конечно, они не очень похожи друг на друга, но черты Цереры угадываются. Марки отличаются разными оттенками и номиналами. 1945 год. Новый, после освобождения. Вот такой вот стандартный выпуск. И теперь несколько марок Аландских островов. Аландские острова – это, кто не знает, архипелаг Балтийского моря, шведская автономия в составе Финляндии. Вот. У этой автономии демилитаризованный статус и статус моноязычного образования. Язык используется только шведский. Свои марки Оланды выпускают недавно, 1984 года. Они очень красивые, я их тоже собираю. 1987 год. Одиночная марка. Так не хочет наводиться резкость. Вот так. Мост с таким длинным пролетом. Это номер 25. Нет, это 24. 200-метровое сооружение между островами, без которого передвижение по ним было бы невозможно. 50 лет исполнилось мосту в 1987 году. Так, а вот это вот уже марка номер 25. Вот видите, собрание людей, какие-то слова. Марка выпущена к 70-летию, значит, движение за независимость Аландских островов от Финляндии. Такие вот сепаратисты. Марка номер 65 по Михелю. Год 93-й. Герб, видите, такой с оленем. Марка выпущена в честь нового закона о самоуправлении Оландов. Четвертый год, серия из трех марок, пейзажи Аландских островов. Сейчас я вам их покажу, они довольно дикие. Природа тут красивая, северная. У
нарочки 3 в этой серии ландшафты. Одиночная марка. 96 год, номер 115, очень яркая, которая тоже не хочет наводиться по резкости. Вот, это финско-шведский музыкальный фестиваль. 96 год. Она одиночка, но вообще-то это такая длящаяся серия. Все ее знают. Серия Кирхи Аландов. Каждый год выпускается чаще одна, очень редко две марки. Вот. Теперь у меня, наверное, есть все. И вот это из этой же серии. Но 2000 год. Хорошие краски. Номинал, как вы видите, представлен уже не только в финских марках, но и в евро. Ну, такая вот покупка. Мне понравилось, надеюсь, вам тоже. На этом у меня все на сегодня. Я желаю вам ярких коллекций и редких экземпляров. Будьте любознательны и до новых встреч!